Да быстрее ты! Оно меня изнасиловало! Оно меня изнасиловало! Оно меня приняло! Ты видела, оно повернулось! Всем привет! Добро пожаловать на канал Тилька Плей! Я Наташа, и сегодня мы с вами начнем новую игру, которая называется Стелла. Звучит воинственно. Надеюсь, что и будет сама игра такая воинственная. Давайте начнем игру. Посмотрим, что тут у нас за такая Стелла. Но пока я вижу только, как она рожается. Видимо, у нее все было очень хорошо вечером, поэтому она решила прилежать. Решила полежать в водичке, почему бы нет. Нам обещали в описании какой-то фэнтезийный мир, что это типа последние отголоски там какой-то цивилизации, вроде как, судя по описанию. Поэтому давайте наслаждаться. Ну, Стелла выглядит весьма футуристично, похоже на жука, судя по тому, что я сейчас вижу. Ну, давайте. Я играю с геймпадом. Пока что ничего такого суперинтересного и футуристичного я не вижу. Вижу только камни, которые есть всегда и везде. Но, видимо, мы сейчас вылезем с вами наружу и что-то узреем. Мне нравится, как она дышит. Она дышит, когда я вот сосредоточена, я дышу так же. Я могу дышать через рот очень долго, нудно и бесяче. Прям вплоть до того, пока не перестану чем-либо заниматься. Небольшая касценка. А, нет, даже не касценка. Мне кажется, мы какая-то дюймовочка, судя по вот этим гигантским росткам. Они похожи на кукурузу, конечно. Или, да, знаете даже, на что сейчас похоже? На Fallout. На Fallout, на пустошь. Какой-то маяк вон стоит. Да, реально, смотри, мы карлица какая-то. Вау, ну тут что-то японское, да? Да ты гонишь. Реально похоже на японское что-то. Давайте забежим в дом. Я так понимаю, что нам с вами сюда. Тихо, что это такое? Давайте на меня никто не будет нападать. Я мирная женщина в белом. У меня еще нет этих дней, поэтому я могу смело носить белый цвет. Белый цвет — это элегантность. Можно пройти по высоте. Давайте попробуем пройти по высоте. Сейчас вот эту вот штучку, тележку подкатим, потому что она прям явно здесь стоит и просит, чтобы ее кто-нибудь уже толкнул. Вопрос, как это делать, конечно. Можно меня научить? Ага, все. Научились. Это все, что ты можешь? Подожди, стоп. Ты не до конца ее протянула. Вот. Давайте-ка попробуем сейчас с вами запрыгнуть. Не допрыгнула. Эх ты! Эх ты! В олимпийскую сборную тебя нельзя брать. Ну вот так-то ты допрыгнешь. Вот, молодец. По крыше, конечно, лучше не бегать, можно провалиться, но... Это что такое? Тоже какой-то тюфяк лежит. Не, на него можно только забираться. Горшки какие-то висят. Сейчас провалится пол под нами. Прям настолько? Ой, а что это за мной бежит? Что это за клопы? Подожди. Ой, женщина, за нами клопы бегут. Ты что? За мной бегут какие-то... клопы меня съели! Меня съели клопы! Клопы меня съели, ты прикинь. А я могу подпрыгнуть? Нет, видишь, если я падаю, то я туда падаю. Меня съели какие-то клопы. Блин, капец, а как же? Ну я не допрыгну, мне кажется, я не допрыгну после того, как вот эта фигня. Давай. Во, я смогла. Все, пока клопы. Клопы, вам меня не... Нет, или взять вам меня, нет. Ой. Беги, женщина, беги быстрее на свет. Беги. Они прям бегут из всех щелей, эти клопы. Ой. Что-то как-то нам не повезло. Что-то как-то мы только начали, но что-то наша игра уже не задалась. Смотри, они какие быстрые, они бегут быстрее, чем ты! Почему я такая медленная? Почему ты такая медленная, женщина? Может быть, есть какой-нибудь секрет ускорения? Есть секрет ускорения в тебе? Вот секрет ускорения, мы нашли секрет ускорения. Турбоускорение для женщин. Давай, беги быстрее. Беги! Да бегишь ты, да ты... Куда ты? Но они же сейчас, наверное, вылезут. Они же, наверное, сейчас из других щелей-то вылезут. Я отвечаю. Ну, крысы же, они хитрожопые, да? Ой. Давай, кати. Пацаник.
Кати, 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 быстренько, быстренько. Надо катить. Бежим, бежим, а то нас сожрут. Я вообще не понял. Я думала, мы будем медитировать в этой игре, а за нами бегут до сих пор эти мыши. Ууу, или кто это, я не знаю, что это, что делаем? Давай, моя девочка, давай, моя сладкая. Давай, 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 я не знаю, зачем мы это делаем, для чего мы это делаем, но нам... Писец! Ааа, залез, да куда ты, дура, слезла? Тупая ты, дура. Чё это началось-то? Капец, давай, кати тележку, быстрее. Считайте, сколько раз мы здесь умрем. Да, мы любим в таких играх считать наши смерти. Клопы бегут, давай. Я не дамся, не отбеги, женщина, давай, ты сможешь. Представь, что ты... А, вот, ё-моё, тупая. Ну все, это просрано, давай, закрывай. Я просто отдамся. Я не увидела, что там можно дверку-то опустить. Я не увидела, понимаешь? Но теперь я увидела. Сейчас все будет. Какого фига? Мы же не в Плактейл играем. Почему оно здесь? Зачем они здесь? Они мне не нужны. Мне такие сюрпризы не нужны здесь. А оказывается, тут вообще приключения зовут называется. Давай, давай, быстренько. Оп. Давай, закрывай ее. Не знаю, нашествие паразитов. Все, они больше паразиты меня не будут это изводить. Я как бы женщина хрупкая, я да прекрати залазить на все кусты, а? Ты видишь кусты, ты лезь. Да перестань ты лезть на них. Зачем ты это делаешь? Опустись. Ты должна катить, не лезть наверх. Я думаю, что сейчас можно опять свалиться, как бы. Я на всякий случай... По-моему, здесь тоже кто-то есть. Вы видели? Там реально сейчас кто-то был. Я вам отвечаю. Там кто-то только что был. Я видела, что кто-то взял и пробежал. Ну ладно, хорошо. Мы сильная независимая женщина. А... Я вас понял. Опустите еще раз, пожалуйста. Я понял, что надо сделать. Нужно, чтобы эта тележка приехала сюда, поэтому мы сейчас ее обратно развернем. Да ну куда ты? Вниз. Да, да, спасибо, дорогая, спасибо. Вот перетываем. А, нет. Или да. Как думаете, доедет до нас или нет? Ну, по идее, должна. А может и нет. Но мы сейчас проверим. Достаточно дернуть за рычажок. А как же быть-то? А там какие-то кровати снизу, слышь? А что там делают в кровати? Хорошо, значит так. Значит, пока так. Не знаю пока, что дальше делать, но, видимо, что-то будем сейчас думать с вами. Пусть эта штука уезжает. Сюда я не могу подняться, правильно? Может быть, мы можем сейчас... Ой, упала. Расшибла коленку. Давайте попробуем на вот этом стоге сена залезть туда наверх. Может быть, это будет то самое. Или, может, надо здесь вниз свалиться. Я уж не знаю. Но мне кажется, она не допрыгнет. Конечно, она не допрыгнет. А что я делаю не так? Простите мне, конечно. Великодушно. Ну, по-моему, у нас проблемы. А! Мой мозг сказал мне, что вряд ли нужно этот рычажок дернуть второй раз. И только сейчас мой мозг такой подумал, давай-ка дернем этот рычажок еще раз, и типа у нас что-то да получится. И в итоге, да, это сработало, эта тактика она взяла и сработала. Но Стелла у нас действительно сильная независимая женщина. Посмотрите, ей не хватает только парочки кошек. И она бы была бы просто идеальной. Но, быть может, мы найдем потом по пути какого-нибудь попутчика. Это будет кот. Было бы ироничненько. Интересно, у Стеллы побриты ноги, подмышки. Все, приехали. А как ехать? А давай поедем? Не-не-не, мы сейчас разобьемся. Ой.
Немножечко не повезло. Может, мне надо успеть дернуть рычаг и прыгнуть, и оно уедет? Так. Ага, все заново, да, начинать? Спасибо, игра. Игра, спасибо, запоминаем, лучше здесь не умирать. Ну что, придется снова дергать рычажки. Значит, наверное, да, нужно нам дернуть будет рычаг наверху, когда приедет эта платформа, и успеть на нее запрыгнуть, тогда мы куда-нибудь да уедем с вами, но не факт. Опускай. Я все время жду, что она пустит его сама, но она его не пускает сама. Так. Ну да, в принципе, да, наверное, так это и работает. Теперь переключаем мы этот рычажок. Дальше мы с вами запрыгиваем на сток сена. Поднимаемся. И теперь у нас самое интересное начинается. Мы ждем, пока приедет к нам вот этот куст. А потом сейчас надо будет дернуть еще разочек и успеть. Давай. Давай, Стелла. Да куда? Нет, стоп. А, время было. Оказывается, было время. Ну, кто ж знал? Кто ж знал? Я думала, что надо бежать, как в жопу усратый, как всегда это и бывает в таких играх. Значит, просто ждем время. И она отчалит обратно. Ждем. Или, может, надо дернуть рычаг, а потом, типа, прыгать, и она поедет. Да, сдается мне, что это так и работает. Вот, все. Теперь мы поедем. Ура! Логика восторжествовала. Ну смотри, мы с вами пока что справляемся с этой игрой. Мы избежали с вами толпища крыш. Восхождение в амбаре мне дали достижение. Действительно, это было то еще восхождение. Прям вот... Вот сейчас чувствую, крысы будут. Это что за япона мать? Ты кто такой? Давай поговорим, жук! Жук! Япона-мать, жук! Вот это жук! Я таких жуков еще не видела в жизни. Все, мы покинули жуков, или они сейчас будут бежать за мной? Наверное, это сохранение. Жучиное царство. А зачем мы оказались в жучином царстве? Я не хотела там быть. Ты, вы видели, какой он конченый был? Кошмар какой-то. О! Это лес. Теперь красная шапочка. Наш герой. Ну, прикольно, мне нравится, мне нравится. Тут и экшен есть, и что-то за нами бегает, и мир красивый, и думать надо, и платформеры еще. Все, как мы любим с вами. Надеюсь, что вам тоже понравится. Ну-ка, давай, пойдем искать волка. Быть может, у него остались пирожки после смерти бабушки. Но тут, наверное, будут свои какие-нибудь приколы, свои какие-нибудь сейчас эти лесные боссы. Это что за голожопец пробежал? Это что за голум? Что за моя прелесть? Это что такое сейчас было? Я не хочу от такого убегать. Оно конченое, оно стрёмное. Оно может вот тут маскироваться, в ветках деревьев, и ты его не заметишь. А я уверена, на меня сейчас смотрят 200 таких глаз голожопцев. Япона, мать. А может, не надо? Может, уйдем отсюда, а? Милая. Милая, давай лучше к жукам. Жуки были не такие стрёмные, как вот это, не пойми чё. Я тебе отвечаю, мы в их царстве, они сейчас это... Надо прыгнуть. Молодец. Только не шуми в лесу, хорошо? Сейчас за нами побегут. Сейчас наступит ночь, полнолуние. Вурдалаки вылезут. Стремно вот так бегать в лесу одной. Я б не стала бегать. Сикотно, особенно когда тут всякие вот такие ходят. Ё-моё. Сиди, сиди за пенечком. Главное, чтобы он на этот пенечек не сел. Охренеть, а чё ты тут стоишь? Иди, иди, уходи, уходи, слышь, иди. Он же не повернется. Не поворачивайся, правильно? Иди там по своим делам. Ищи себе другую женщину, понял? А я хочу остаться сильной и независимой. Вот так мы и расстались с моим бойфрендом. В чаще леса, ну как бы мы уже поняли, мы тут давно по чаще леса бегаем, и зачем ты мне тут... А что это мы? А ты что? А ты что, глупая, что ли? А, вот тут надо было залезть. Хорошо. Незаметно просто в тени. Тут еще песок. Тут реально... О, опять, опять, опять прячься.
Ой, он что-то ищет. Он закопал клад. Он белка, это человек-белка, все понятно. Он ищет орешки. Ну или он покакал и закапывает за собой. Он же не будет сейчас поворачиваться, правильно? Но он же так и будет сейчас копошиться там, надеюсь. Ой, кажется, он повернулся. Ты там продолжай копать, брат. Брат, копай. Копай, плохо закопал, пахнет. Он не хочет. И что, идем? Он сейчас побежит, да, наверное, за нами? Еще заорет сейчас, как этот, не знаю кто. Ладно, может, он меня не видит? Иди отсюда! Чего он за мной бегает? Ну, чего ты бегаешь-то за мной? Иди, пожалуйста, это... Оно меня изнасиловало, оно меня приняло. Ты видела, оно повернулось. Короче, надо, когда оно отвернется, оно быстрее меня бегает. Короче, надо вот пытаться выжить. Вот тут же он меня не заметит. Сейчас, как только разворачивается, мы с вами бежим. Беги, 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 корова, беги, быстрее, 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 быстрее. Ну, он меня прям, видели, набросился, это маньяк. Он же за мной сейчас не будет бежать, я надеюсь. Ой, бляха. Да камон! Ой, их там два, другой головой бьется. У них это семейно, да, я смотрю, где вот это вот доставание меня. А как мне наверх подняться? Где он, что ли, поднялся? Что-то у меня не поднимается, баба моя, наверх. Ты не хочешь наверх залезть? Не вижу, куда лезть. Темно. Может, надо на сук? Да, на сук надо. Как оказалось, надо на сук залезть. Блин, ну что-то они какие-то совсем недружелюбные. Я, судя по всему, иду в их логово прям. Смотри сюда, смотри в ту сторону, в другую. Отвернись. Он реально медитирует своей жопой, я вам отвечаю. Да камон, он поворачивается слишком быстро. Давай, беги, беги, беги. Беги быстрее, он повернется. Братан, не надо, а. Ну не надо, зачем ты такой конченый? Лучше бы жуки были, ей-богу, отвечаю. Жуки были не такие мразотные, как ты. Он чуть меня сейчас не заметил, Давай, иди отсюда, а? Рукастый рукоблуд. Пожалуйста, уходи, не надо. Вот сейчас я боюсь, он сейчас повернется, да? Ну, он сейчас повернется. Блин, у меня был шанс пройти, но я его просрала. Как обычно. Ждем. Если он отворачивается надолго. Но это человека какой-то, это зачатки Слендермена, я считаю. Но руки у него, конечно, такие хватучие. Давай, давай, быстренько, быстренько. Оп-оп-оп-оп-оп, и все, и мы в домике. И мы с вами в домике, а он продолжает за нами идти. Неужели у тебя других дел нет? Вон тот стоит молится вон там и упал только что. Видимо, домолился. До свидания. Реально, они молятся и падают. Эти голожопики молятся и падают. Ой-ой-ой, давайте, пацаны, это, не будем с вами. Давайте будем дружить. Вы там молитесь, они вон восхваляют обелиск. Мне это только на руку. Мне только на руку. Занимайтесь своими делами, а я, пожалуй, пойду дальше. Потому что в вашем лесу мне нахер ничего не надо. У вас тут слишком дохера страшно. Они еще и плавать умеют. Класс, воду я больше... Тихо, тихо, брат! Я в домике, надеюсь. Ой. Они не любят. Вроде бы он меня не заметил в этот раз. Но я тебе отвечаю, я сейчас в этот, в дупло, да, я в дупле, правильно?
Я сейчас нахожусь в дупле, они меня не видят. Логично? А тот назад сейчас побежит или нет, голожоп? Вот непонятно, я в безопасности или нет? Да, наверное, в безопасности. Пойдем. Но если что, перепройдем. Надо уходить отсюда. Эти голожопники, они вообще не дружелюбны. Ни разу. Ни разу. Вы видите, что они делают? Они меня выводят. Они меня достают. Они не дают мне спокойно бегать и медитировать по лесу. А я вам говорила, что тут их не один. Их тут целое толпище, целый табун. И они молятся. Ой, бежит! Бежит, 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 ой-ой-ой, бежит, 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 подруга! Он реально бежит за мной, да пошел бы ты нахер, а? Какого хрена? Только не заходи за дерево! Быстрее, 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 да что ж ты так медленно идешь? Надо гусем хорошо ходить, быстро. Надо гусиней быть. Тут пацаны какие-то нервные. Понимаешь, нервные пацаны. Увидели самку, все, с ума. Он паук! Он паук! Как вовремя я заметила эту дырочку. Япона мать, а. Вот куда ж меня занесло сегодня? В какие приключенческие дали? Я вообще манала такие вот. Лучше б реально жуки были. Ой, там кто-то копает. Копает опять. Закапывает свои эти какие-то там. А он меня сейчас услышит, да, небось? Ну, конечно, услышит. Он сейчас скажет... А я прихожу! Да, черепашки! Нет, не слышит меня. Ну, хорошо. Фух, хорошо, что он копошится там. О, пронесло. Такие безобидные. Ой, они там реально этот золото ищет или пьет, фиг знает. Что он там делает? Ты что там делаешь, брат? Тебе плохо? А, он там... Кажется, у него гайморит. Да капец, когда я уже выйду из этого чертова леса? Сколько можно? Здесь их дофига в этом лесу. Они все ходят и ходят. Он сейчас повернется, какой у него это? Сколько он так будет медитировать вдаль? Сейчас, ну, у меня, наверное, есть время добежать. В следующий раз, когда отвернется, бежим просто. По-моему, он не собирается, да, поворачиваться? Или я сейчас пойду, и он повернется? Я так и знала, что ты так сделаешь. Давай, отворачивайся. Отворачивайся, мне нужно было тайминги проверить. Он отвернулся, да? Быстро, 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 беги. Беги, беги, оп, 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 чудо-гоп, не заметил. Лох, лох, лох. Ой, брат, прости, я, наверное, зря тебя лохом, да, позвала? Что-то какая-то музычка началась не очень хорошая, да? Наверное, зря я, да, погорячилась. Не надо обзывать никого. Это что за камень? Дядь! Ху-ху! За Нарнию! А я смогу перепрыгнуть? Мне кажется, нет! О, смогла, прикинь, давай, залазь быстрее, пока он там смотрит, что там упало. Ой, он там, это в позе кошечки стоит. Кошечка-собачка, демонстрирует все свои способности. Это самка 100%, самка этих дурачков. Это что, вода? То, что скрыто. Вот сейчас меня что-нибудь из тумана и схватит. Ежик в тумане здесь ходил, и вот до сих пор не вышел. И до сих пор не вышел. Ну ладно. Главное уйти от этих ободранцев, а то они меня достали, они меня изводят. Здесь нужно вот сюда, да, залезть? Ага. Сейчас надо успеть... Давай, давай, быстрее, быстрее, ну поднимайся. Тихо, тихо, быстрее, быстрее, быстрее. Все, залази. Так, он меня сейчас заметит или нет? Главное, чтобы мы с тобой не свалились, брат. Какие они мразотные, они реально стрёмные. Почему они такие страшные? Уходи, пожалуйста. Спасибо. Он прям смотрел в душу мне. Он прям смотрел в душу. Какие они? Они почему не заканчиваются? Когда мы уже выйдем в новую локацию, более дружелюбную?
пой, смотрит там, снег пошел, да, смотришь. А, это пепел. Я приближаюсь к какому-то пожару. Чувак тоже в шоке стоит, охреневает такой, типа, что там вообще горит? Ой-ой-ой-ой-ой. Потому что они думают, что я сожгла их этот лес, но я не жгла. Все, этот убежал. Этот на панике эмигрирует. Я пошутила опять про корону, но не буду. Уже надоело. Уже надоело шутить про корону. Дайте шутить про Эболу. Ха! Про Эболу меньше было шуток. Залазь быстрее, девочка. Быстрее, этих голожопиков все больше и больше. Да что так страшно-то? Ты что делаешь? Что с этим миром не так? Я понимаю, что пепел и всякое такое, но что-то как-то страшно становится. Что нагнетают? Ладно, меня вроде бы эти пацаны больше не трогают, но впереди сейчас что-то будет. Впереди явно что-то будет. Ой-ой-ой. Быстрее залази! Гори-гори ясно. Но надеюсь-то их больше не будет здесь. Тут-то пожары страшно. А красиво здесь, смотри. О, блин, это... Мы в Австралии с вами оказались. А, жопа подгорела. Это я, когда это... Я злюсь, не могу пройти игру. Вот у меня также пукан горит, как у этого пацана. Это что, стрелы, что ли? Похоже на стрелы. Может, тут война? Блин, а вот теперь их жалко. Ой-ой, блин, меня сейчас прибьет так же, как и его. Или нет? Ага. Видишь, у меня есть время добежать. Ну давай, родная, нам надо успеть. Надо успеть, иначе нас тоже так же проткнет, как этого другана. Ты очень медленно бежишь. Капец. Что за прикол? Зачем? Зачем они в меня стреляют? Они должны не в меня стрелять, а в кого-нибудь другого. Побежала, 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 побежала. Беги, беги, беги. Быстрее, быстрее. Надо успеть до сучка добежать. Успеть до сучка, иначе нам конец. О, сучок. Ты ж мой сучок. Побежали, бежим. У нас больше нет укрытия. Здесь нельзя оставаться. Надо бежать. Это щит. Бери щит. Быстрее, ты чудо-женщина. Блин, чудо-женщина. Сиди под куполом. Тащи. Тащи за собой купол. Капец. Так, ныкаемся. У нас тактика. Тактика, которой мы с вами придерживаемся. Тащим. Тащим дальше. Еще есть время. Под купол. Я прям все реально чувствую теперь чудо женщиной. Ой, все. Беги, беги, моя родненькая. Теперь вот нам и все. Ой-ой-ой, стрел-то все больше летит. Зачем? Зачем? Для чего? Зачем они это делают? Бежи, беги, 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 беги. Быстрее, 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 быстрее. Родная. А, мы в домике сидим. Вроде бы. Это ж домик. А теперь быстрее по сучку. Вот это прикол. А теперь под сучок. Сидим под сучками. Ой, бросай, бросай, да бросай, не туда, ты что делал? Меня убили! Что я могу сказать?
сказать, мне, в принципе, понравилось. Мне понравилось то, что здесь отличаются уровни, и есть какие-то свои приколы в каждом уровне. Если в первом уровне у нас были жуки, во втором уровне вот эти голожопники, а в третьем стрелы, это очень все прикольно. Пишите, кстати, какой из вот этих вот препятствий, из этих вот чувачков, сущностей, вам понравился больше всего лично. Мне, хоть они и были стрёмными, но понравились голожопники. Поэтому мне будет приятно, если вы поддержите меня лайками. Напоминаю, что ваш актив влияет на то, продолжаем мы играть эту игру или нет. Подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока и до новых встреч!